предлагаем предпринимателям стать резидентами территории опережающего развития Республики Саха-Якутия, где установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности. На территориях предоставляются земельные участки, инфраструктура, налоговые и административные преференции для ведения предпринимательской деятельности. В Якутии действуют две территории опережающего развития – Южная Якутия в Нерюнгринском районе и Якутия, расположенная в столице республики Жатае и Нижнем Бестяхе. Режим ТОР предоставляет резидентам льготы на страховые взносы в течение 10 лет, освобождение от налогов на землю, прибыль и имущество организации сроком на 5 лет. Кроме налоговых льгот, режим ТОР предоставляет административные преференции, которые включают снижение затрат на земельные участки, сокращение количества и сроков проверок и сопровождение управляющей компании по правовым и другим вопросам. Минимальными требованиями для резидентов ТОР является сумма инвестиций от 500 тысяч рублей. Резидент должен быть зарегистрирован и вести деятельность на территории опережающего развития. При этом инвестиционная деятельность должна соответствовать разрешенным видам экономической деятельности данной ТОР. Информацию о присвоении статуса резидента ТОР можно получить в управляющей компании. Заявку можно подать в офисе управляющей компании, либо через личный кабинет на сайте Корпорации развития Дальнего Востока. Срок рассмотрения заявки – до 15 рабочих дней. После одобрения заявки с предприятием заключается соглашение о присвоении статуса резидента ТОР. Вместе с заявкой в пакет документов необходимо включить бизнес-план, финансовую модель проекта, учредительные документы для юридического лица и финансовые документы для действующих предприятий. Контактный телефон управляющей компании ТОР Якутия 8-41-12-34-00-18. Контактный телефон управляющей компании ТОР Южная Якутия 8-411-27-97-186.